Да, снегопад, все прекрасно. И батюшка Николай, конечно, он прям будто от души. По душе. Да, ну, я вообще присоединяюсь по поводу батюшки Николая. Да, к нему хочется вернуться однозначно. Mm-hmm. Мне вообще, конечно, ну, я любительница. Мне понравился обед. Я оценила вполне вот эти кушания обалденные. Ну, еще, конечно, так чисто без смеха уже. Мне вот впечатлило меня, то есть я вот этих захоронений не видела, вот эту вот домовину, как вот мы ездили к матушке Фатине на могилку. Вот это меня, ну не скажу, ну как бы для меня это ново. Я не представляла, что так хоронили. Я вообще просто узнала, что такое киржаки. Ну вот я знаю, старовер, там старообряд, да, все это понятно, как бы понятно, но когда вот рассказали, откуда, что называется, ноги растут, да, вот это очень интересно. Это прям целый пласт такой интересный, мы много чего уже узнали в поездках с Марией. Вот это прям целое новое... Новая тема, которой можно интересно позаниматься. Маргарита, изучать, вы замечательно рассказываете. У вас чувствуется такая огромная основа, на которую вы опираетесь. И понятно, что столько вы уделили души, внимания вот этому всему. От этого становится еще теплее, еще интереснее. Когда человек увлечен своим делом, оно энергии-то вот отовсюду. И очень комфортно находиться в этом поле и узнавать. Причем просто приносите в клювики. Рассказывайте, что, где, куда, откуда. Спасибо вам огромное. Ну а день сегодня вообще просто волшебный. Просто волшебный, потому что завалило все снегом. И мы сквозь эти снега поехали. И везде у нас все получается. Все сказали за вас. Благодарим вас. Я все сказала, простите. Меня всегда восхищают люди, что вы вдруг вынесло вас вот на это, чтобы, чтобы поднимать вот это вот действительно забытое уже. Это так здорово. Я не знаю, таким благородным делом занимаетесь. Просто прямо вот дай Бог вам. Чтобы и соратники, и союзники, и все, и спонсоры, и все находились, потому что это здорово. Батюшка, конечно, я тоже прям такой душевный человек. Вот они и вдохновляют. Да, такими всех прям добрыми делами люди занимаются. Очень. Даже вот это вот тоже, это вот хранить традиции и все это. К этому прикоснуться, даже в руках подержать. Просто. Эмоции. Что... Там же сколько сейчас уже действительно вот один пластик кругом, а это все живое. Мне понравился сегодня день, мне понравился ваш рассказ. Я прям от энергетики вашей в восторге. Мне вот душевность вот этой всей поездки, любая машина поездка, это душевность. И сегодня тоже это лишний раз подтвердило. То есть люди, общение, вот это вот, вроде мы приехали, да, там, ну, церковь посмотреть, можно колокольный звон, когда ты стоишь под колоколом, и тебя взваливает красота, а еще и при этом сажают за общий стол с хозяином, как бы, место, да, и он с тобой разговаривает как давно знакомым человеком, без каких-либо границ. Это здорово, да, и вот это вот прикоснуться к живому и сохраненному, это здорово. Одно скажу, день прожит не зря. Сюда это указали на меня, да? Будет что вспомнить, а уже, наверное, осознание того, что увидели, придет чуть позднее. Но удивительно для меня, я всегда знала, что в этой стране живут суровые люди, о чем вы говорили, да? И вот эта душа в батюшке, она просто потрясла. К нему хочется вернуться. Да. И мы вернемся. Даст Бог. Люда? Мне тоже неожиданно вчера самый последний запрыгнула в вагон входящего поезда. И очень понравилась, да, приятная встреча с вами. И именно покоряет вот это, не то что самоотверженность, а действительно с душой к этому отнеслись. Тем более рассказали, что это так глубоко в ваши корни уходит. Это все. И вы продолжаете память хранить, исконно русское, вот это все на самом деле
из поколения в поколение важно сохранять. И, конечно, историю, вот то, что все эти появились киржаки, как с этого, как называется, Соловков. Соловков, да, для меня тоже было открытие. Ну все. Уже что сказали. Спасибо вам за стихи, которые вы прочитали. Да. Почему-то до сих пор еще не попадались в руку. А это вот прям вот придешь и как-то найдешь и прочитаешь. Спасибо. Да, Рит, огромное спасибо за труд, вот, который проделан. Даже вот за хранение знаний, возможность вот нас свозить к этому, тоже вот дать возможность прикоснуться. А возможно, может быть, со временем поучаствовать как-то, да? То есть вот это огромное спасибо.